В М1 Глобале у меня уже был один бой. Бились мы в Китае. На сегодня предстоит бой на родной земле в рамках М1 Челлендж 59. Чувствую небольшую ответственность перед своей страной, перед своими земляками. First time in Astana, a beautiful place. I've had some time to kind of look around and enjoy it, and gotta say the food's fantastic here. People are friendly. Соперник Энди Янг, ирландец. Смотрели его бои, парень довольно неплохой, крепкий ударник. Он много боев провел, в К1 в боксе. Вот. В ММА тоже у него рекорд неплохой. Taking on a local fighter, and you know, I've seen him fight, and he's good, but I don't think he's been tested yet. I train flat out every day for these fights, and you know, this is my opportunity. Особенно какой-то подготовки под него не было, и все делали, и бились стойки, и работали в бросковой технике и в партере. Ребятам большое спасибо в городе, помогали мне, тренеру. I hope you're ready. I don't think you've got a very good chin. I'm going to test it, and you know I'm going to knock you out. So hope you're ready for that. Энди, я бьюсь на родной земле и не могу подвести свою страну. Тебе будет нелегко.